В Магаданской городской думе депутаты рассмотрели вопрос о распределении муниципального бюджета на 2021 год. На данный момент идет построение плана по доходам и расходам. Основные показатели равны предыдущему году, и расходную часть в муниципальный бюджет на 2021 год сформировали в сумме 6 миллиардов 920 миллионов рублей. Доходная часть составила 6 миллиардов 910 миллионов рублей. Доходная часть бюджета на 2021 год сформирована в сумме 6 миллиардов 910 миллионов рублей, в том числе безвозмездные поступления 4 миллиарда 45 миллионов рублей. Размер дотации соответствует объему средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования город Магадан на 2021 год, законом Магаданской области 2452 ОЗ об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов и в актуальной редакции, и составляет 1 миллиард 232 миллиона рублей, то есть относительно 2020 года остается неизменным. Для формирования окончательных цифр депутатской комиссии необходимо дождаться информации о поступлении бюджета от областной администрации. На данный момент у депутатов стоит задача решить погашение кредиторской задолженности города. Депутаты городской думы озадачены большой кредиторской задолженностью, около 1 миллиард рублей. Поэтому депутаты городской думы нацеливают комитет по финансам мэрии города Магадана и управление по экономике бюджета города Магадана внимательно рассмотреть будущий бюджет, найти пути решения по оптимизации его, чтобы мы планомерно сокращали нашу кредиторскую задолженность. В связи с новой коронавирусной инфекцией многие организации города работали в полсилы, а некоторые и вовсе временно прекращали свою деятельность. Но показатель доходов за 9 месяцев 2020 года не дал отрицательных цифр. Исходя из этого, распределение бюджетных средств на 2021 год по сравнению с 2020 значительно не изменилось.